Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы будем сажать пихту кавказскую Нордмана. Мы на канале питомника Хвойный дворик. И с вами Евгений Филимонов. Пихту Нордмана будем сажать 1 лет. Сегодня у нас 4 мая, поэтому самое время, но не самое время, мы чуть припозднились. Она уже начала бить почку, но ничего страшного в этом нет, поэтому сейчас будет процесс посадки. Берем и рассаживаем ее примерно вот на такое расстояние, там, ну, сами видите, можете, да. Так, уважаемые друзья, вот мы с ним сажаем пихту кавказскую Нордмана. Сажается она, ну, видите, на каком расстоянии, примерно 5 сантиметров. Это однолетка. Везли ее с другого участка. Вот, если можно видеть, вот здесь вот стоит ящик. Ее всю надо рассадить. Грунт у нас обычный, ничего не добавляем. Сверху песок, опять перекапывается. Никто это не перекапывалось с весны, поэтому опять же хочу заметить про размер. Мне говорят, что размер мы вот считаем размер хвои. Если считать размер хвои пихты, это, ну, что, пол сантиметра. Нет, размер хвои считается от первого корня. От первого корня, то есть от этого корня, вот он размер. Считайте, 5 сантиметров, это минимум. Мы маленько припозднились с посадкой, конечно, но я думаю, у нас выживет. И посадка, особенно пихты, я как бы не доверяю никому, сам сажаю. Ну, не то что не доверяю, просто лучше, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Нет, я не говорю, что я один такой могу сажать ее, но просто я решил сейчас посадить сам. Пихту мы засеяли в этом году опять, это однолетка, но продаваться она будет, я думаю, через пару лет только, двухлетка она. Так, ну также идем рядками, примерно сантиметров вот. Можно тут в воду макать корешки, то есть проблем с этим нету. Воду обмочили, положили. Тут будет у вас оставаться земля, ну какую можно наверх сюда подсыпать. Ничего страшного. Потом она польется. Сажаю я не глубоко, как вы, о, глубоко, как видите. А это все убирается обычно граблями. Ну, в общем, все как всегда. Можно так. Здесь не скапываю. Теперь опять рядок скапываю. Заодно убираем вот сорняк. Ведерко его. Вот вы видите, просто чернозем, сверху насыпан песок, сантиметров 5. Земля, здесь просто тень, она не высыхает, еще не высохла.
Но сажать надо. В такую землю, конечно, трудновато сажать, но что поделать. Там дальше уже выйдет на солнце. Это, можно сказать, одна из элитных грядок, потому что готовилась подсемена, но так как урожая не было. Теперь берем и начинаем сажать. Водичку. Вот это коричневое, оно само отпадет. Не пугайтесь, это вообще ничего страшного нет. Ну, приживется она вся, я уверен. Вот. Три дня поливаем водой очень хорошо. Это относится ко всем, ко всему тому, что вы посадили. Три дня заливаем водой очень плотно, на четвертый день можно корневином. Для чего мы заливаем водой? Чтобы земля села под сеянцем, уже плотно сидела, а потом корнеобразователь даем, радифарм, корневин, гетероксин. Опять же, что лучше, я не знаю. Я попробую полить радифармом. Сажаем всю, вот это коричневый, это небольшой ожог, ничего страшного с ним не будет. Она отпадет, а почка, главное, чтобы пошла, она видно, что уже начинает идти. Так что, поле главное, чтобы был. А там будем выгонять ее. Выгоняем мы ее, ну, в рост, я имею в виду, поливом. Ни капельным, никаким другим, кроме как по хвое, распылением. Ну, раз в две недели под корень проливаем очень хорошо. Так, чтобы опять стояла вода. Пока земля сырая и пока тут тень. То есть сажаем, вот. Посадили, придавили. Земельки покинули, опять подвинули. Можете это делать не рукой, можете делать там вашим инструментом, какой у вас есть. И спокойно сажаем. Все спрашивают, почему так плотно. Ну, я всегда так сажаю плотно. Я сею плотно, сажаю плотно. Потому что в следующем году она будет пересаживаться, скорее всего. Посмотрим, какая она будет осенью. Корневая, видите, хорошая. Почка тоже вам идет. А это все остальное, требуха, это вообще не имеет никакого отношения к самому сеянцу. Через 3 года и вот этого вот чего, кроме стволика, ничего не будет. Пусть даже она где-то вот коричневая. Вот видите, где-то вот тут коричневая. Ну, она или само отвалится, или вам оторвать. А почку, если можно видеть, то она очень прекрасно идет. Она уже видно, что скоро пойдет, как вот на некоторых. Вышла почка, и она сейчас
у них будет стволик, набитый иголочками. Вот так примерно мы сажаем пихту кавказскую. И теперь еще раз начинаем скупку. Вот они, две штуки потеряны. Чем ближе к солнцу от забора. Просто у нас солнце заходит с той стороны. Также обратите внимание, что у нас тут идет притенение со всех сторон. И в ту сторону полностью все. Здесь вот мы посеяли семена. Там дальше двухлетка растет. Двухлетка. То есть притенение обязательно. Обязательно притенение и полить. Ну так сейчас ее не видно, когда польется, конечно, земля станет темная, песок уйдет, потом будет довольно ее видно уже. А сейчас мы просто ее сажаем, пока не устанем. Занятие это не из легких. Ну, я бы не сказал, что из трудных. А научить действительно очень трудно. И это может быть казаться, что так легко, вот я сажаю, вот так оно легко идет. Все у меня. Поверьте, учил многих. И выходит очень безобразно. Это надо руку набивать очень хорошо. Но опять же, я не скажу, что вот я так. Так, я сейчас могу пойти перебирать заднюю рессору грузового автомобиля, что мне надо делать, чтобы отвлечься. Иногда надоедает. Но и то, и другое надо делать, поэтому сначала, конечно же, растения, потому что они-то ждать не будут. Рессора тоже ждать не будет. Но все-таки. Так что... Есть какие-нибудь вопросы? У матросов нет вопросов. Нет вопросов. Ну тогда сажаем. Думаю. Уточним, на каком расстоянии друг от дружки? На каком расстоянии я сажаю? Вот, на расстоянии 5 сантиметров. В ту и в другую сторону. Ну это однолетка. Она пойдет. Хорошая. Ну где-то вот, вот. Я сажаю на глаз, я не замеряю расстояние, я пошел и пошел, тихонечко рассаживаю. Да, у кого рука набита, тому это будет легко. Кто сажает в первый раз, это будет маленько трудновато. А корни еще раз покажи, Жень, какие. Корневая вот. Вот корневая, как бы сказать. Нормально. Посадили рядок вот так. Берем и земельку туда закидываем. Можно и так посыпать. Когда будет поливаться, оно все будет нормально. Также сажаем ель. Ну, в принципе, там рассадка ели есть у меня. Ну, пихты кавказской не было. То есть ничего тут такого сложного, я бы сказал, нет.
Вот на квадратный метр, если так посчитать, входит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Возьмем просто. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 160, ну здесь где-то 200. Но здесь нету квадратного метра, здесь еще где-то сантиметров 70. То есть 200-300 штук на квадратный метр. Ну здесь в ряду вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 штук уходит. Примерно через сантиметра 4-3 пихта рассаживается. Ну она пошла уже. Видно, поливается очень хорошо. Здесь рассаживается пихта нормально, 4-летка. Немного. Ну тоже довольно-таки. Уже взрослая, вот видите ее. Почки. То есть со временем пойдет тоже. Ну вот здесь у нас пихта нормально растет на участке, на нашей. Он уже примерно около 70 сантиметров. Вот видно у нее стволик какой, почки. Довольно красивое дерево. Хвоя как искусственная. Это еще она не набрала цвет. Постараемся вырастить ее. Ну, конечно, до 2 метров. Ну, там все убираться будут. Эти большие можжевельники. Там можжевельники. Постараемся вырастить до размера, до большого ее. Это вот одна осталась у нас. Ей уже 6 лет. Если можно видеть, уже почки идут даже. Прекрасное дерево. Очень декоративное и красивое. В Европе их на срезы и на Новый год даже делают. Специально готовят на срез, высаживают их, чтобы потом срезать. Ну, жалко, я на такое еще, к такому не готов. Итак, мы рассмотрели, как рассаживается пихта нормана кавказская в этом видео. На этом все, уважаемые друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео, пишите комментарии. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Всего доброго, удачи!